Здравствуйте. Я брокер агентства элитной недвижимости «Смоленко Эстейт» Лудовиного Мая. Сегодня я вам представлю жилой комплекс «Баркли Парк». Жилой комплекс «Баркли Парк» построен в Екатерининском парке. Локация данного комплекса позволяет пользоваться инфраструктурой Цветного бульвара. И вместе с тем «Баркли Парк» немного удален от суеты центральных улиц. Жилой комплекс «Баркли Парк» состоит из двух башен – белой и терракотовой. Подземный паркинг имеет единое пространство. Количество машиномест рассчитано с учетом 3 машиноместа на одну квартиру. Дизайн входной группы, ландшафтный дизайн и места общего пользования были разработаны известным бюро Филиппа Старка. В белой башне расположен шикарный пентхаус с прекрасными видовыми характеристиками. Панорамное остекление составляет 80%. За счет этого виды открываются на 3 стороны света. С роскошной террасы открываются шикарные виды на исторический центр Москвы и Екатерининский парк. Двухуровневый пентхаус имеет общую площадь 390 квадратных метров. На первом уровне можно разместить просторную гостиную со вторым светом, где высота потолка составит около 7 метров. На террасе можно разместить зимний сад и зону для отдыха и релаксации, на которой так приятно отвлечься от забот, достичь покоя и умиротворения.